Привет! Вы на канале «Товар из Китая», меня зовут Вячеслав, и сегодня у нас речь пойдет об этих чудо-наушниках от фирмы Топк. Да, это Топк модель L21. Я был приятно удивлен, тестируя эти наушники. Купил я их за $10, там еще применил купон, около $8 они мне обошлись, и я еще не слышал таких громких наушников за эту цену. Сейчас в полном обзоре попробую рассказать вам все об этих наушниках, ну и все необходимые ссылки, как обычно, будут под этим видео. Итак, приступаем к обзору. Приходят наушники в таком комплекте, коробок с надписью «Топк». Все по-бюджетному, по минимализму. Юзер-мануал, здесь есть на английском языке, а с обратной стороны на китайском. Ну и кабель USB, micro USB. И вот сам кейс. Кейс выполнен из ABS пластика, дешевый бюджетный кейс. Здесь прозрачная крышка, легко снимается, легко открывается. Видите, индикатор заряда четырехцветный, и индикаторы красным сигнализируют, что наушники подзаряжаются. На магнитах нет маркировки правый или левый, поэтому можно в любую нишу их вставлять. Сами наушники не выпадают. Сзади выполнен разъем micro USB для заряда. Кстати, сам кейс заряжается около 1 часа. Итак, вот так по-бюджетному выглядят наушники Топк. Сами наушники выполнены из пластика, очень похожи на AirDots. Механические кнопки туго нажимаются, и нет в комплекте сменных амбушюр. Также коннекторы для заряда. Вес одного наушника 3,9 грамма, а вес наушников с кейсом 36 грамм. Также эти наушники есть защита от воды, от брызг IPX5, и здесь Bluetooth 5.0. Я слушал наушники на расстоянии до 20 метров. Связь не терялась. Очень-очень хорошая за эту цену. А вот так наушники сидят в ушах. Удобно. За счет механической кнопки, которая туго нажимается, нету таких фантомных срабатываний, как в сенсорных кнопках. Не вываливаются, сидят очень надежно. Я доволен. Со смартфоном сопрягаются наушники очень быстро. Определяется как L21. Вот подключено, заряд батареи 100%. Ну и давайте мы попробуем послушать музыкальную композицию из YouTube, а вы оцените звучание наушников. Итак, я сейчас сделаю звучание на полную громкость. Ну как вам звук? Давайте перемотаем немножечко трек. Еще включим. Да, звучат так, что уши глохнут. Звучание в этих наушниках очень-очень громкое. Я их всем вам рекомендую. А сейчас оцените качество микрофона наушников Топк. Я сделаю сейчас тестовый звонок своей жене, а вы послушайте звучание этого микрофона. Гудок пошел. Алло. Привет, Лен. Привет. Я сейчас тестирую новые наушники Топк,
Как меня слышно? Хорошо, слышно. Отчетливо. Прекрасно. Спасибо тебе за ответ. Ну как вам звучание микрофона наушников ТОП? Оцените, пожалуйста, это своим лайком. Ну что ж, друзья, подводя итог, хочу порекомендовать вам эти Bluetooth наушники ТОПК L21. Если у вас небольшой бюджет, порядка $10, вы можете смело покупать эти наушники. Я их протестировал и смело могу вам их порекомендовать. А с вами был Вячеслав, канал «Товар из Китая». Всем до новых встреч, всем пока!